контрольный прозвончик. После этого, Максон, ты почему-то плачешь, что тебе нужен разбавчик. Не знаешь плачу. Взаимосвязь? Не знаешь взаимосвязь этих событий? Я не плачу, ты сам принял решение, что надо меня разбанить. Я ни при чем тут. Ни разу не было никакого. Так, никто сохнул через позор. Да. Мы заебали. Позвоню, мне легко. Здорово, здорово, так должна быть слышно. Здорово, здорово. Все равно прозвон надо было сделать на всякий случай. Чтобы... Давай, погнали, да, короче. На всякий случай. Прозвон бы помог. Прозвон бы реально помог. Мне понравилось, как Витёк просто... сказал здорово раз 20, мне кажется. Я распинговочку просто устроил. Да, кстати. Это нормально. Чтобы ты не это потерялся, было... как бы, то вдруг ты подумаешь... Это было очень хорошо. Один, как бы... Это нормально. Тебе грустно, давай поэтому... Давай стартуй, Витёк, ты сам... Ноешь, метроном сделать. Просто я-то все эти здорово слышал, и мне прям сердце разрывалось. У меня тоже разрывалось, я отвечал на каждое здорово. Парни, в этих вопросах самое главное, это чтобы не жопа. Сердце? Сердце это не страшно. Что еще раз самое главное? Чтобы не жопа. Самое главное, чтобы в желудке было холодно. Только не корова, пожалуйста. Только блядь. Не напротив компа, блядь. На урэн. Блядь, Никитос опять на ноги. Никитос, ты не заебался? Я заебался, а Орс опять на двор. Может, мы реролим все-таки? Типа. Ну, давай. Я готов реролить. Давай. Мешчанин? Мне без разницы, как хотите. Давай реролим. Я бы с удовольствием поиграл на... Не знаю. Просто я так уже ливал скатки, когда у меня были дворфы, так что вообще, по-честному было бы, чтобы на этот раз я не ливнул на дворф, но да ладно. Ну, ливнул, в смысле, я уничтожил свою обилку. Как вы помните. Ничего не понял, ты уже выигрывал на дворфу, поэтому... И проигрывал на дворф. Говорю, две катки назад у меня попались дворфы, и я сымитировал самоубийство. Я сделал обилку себе и нашел эскейп, и она мне уничтожила мое здание. Сейчас мне попадутся дворфы. Пожалуйста, только не коробку. Сейчас честно, сейчас не рестарт, МКСТА. Если бы у меня были коровы, я бы порадовал. Не Бладельф. О, я снова демон. Я понял. Ребят, давайте-ка рестарт. Сейчас мы не рестартуем. Сейчас не рестартуем, да, ты забыл, что ли? Я не понимаю, о чем. А что случилось? Сука, как же это смешно. Кау, 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 кау. Кау, 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 кау. Так, сверху Витёк, снизу игрок. Понятно. Вот, еще напротив компа. Да. Все понятно. Понимал. Не, на демонах легкое. Мне бы лучше бы не демонов, блин, выдали, потому что на демонах я доживу до финала, скорее всего. Ладно, парни, если что, я просто через 50 минут офну с позора. Хитро. А за это, когда ты заходишь, то ты мог нажать... Вообще, ты можешь нажать АФК, и тогда комп за тебя доиграет. Просто сверни, потом АФК? Ну, примерно так. Мы поиграем твоего трупика. Меню, что ли? Это меню или как-то надо что-то специально... Ты нажимаешь Enter, дефис, АФК. И еще раз Enter. Понимал. Так, Эрик и Филорг. Снизу Филорг. Филсмор. Я, кстати, Филсмор. Бля, жесть, то, что у меня у юнитов минус 4 в броне, это что-то лютое рект. Я не очень понимаю, как это работает, когда у тебя 0 брони. Ну, видимо, как-то работает. Она будет минус 4, это не важно. Броня — это типа процентное увеличение ХП, поэтому у тебя будет ХП как бы считаться как... Нет, броня — это уменьшение дамага, а не уменьшение увеличение ХП. Броня — это увеличение ХП процент. Возможно, с магией как-то по-другому работает. Ну, в смысле, сейчас... Ты можешь сказать, что 99 брони — это
почти в два раза ХП увеличивается? Нет, нет, это не плюс, не так работает. Увеличение хорошо, я согласен, броня защищает от физического урона, но по сути это типа как процентное увеличение ХП, basically. От физического урона. Ок. Броня как раз имеет в виду, да, что уменьшение урона это по сути увеличение ХП. Я согласен. Да. Я к тому, что точно так же можно, типа, уменьшить ХП. То есть, если у тебя минус броня, это будет увеличение урона по тебе. Вот, и все. Do damage. Кау. Я согласен, реально кау. Постройка завершена. Don't spam units from barracks needlessly. You feel need. You will feed your opponent. Понял. Я, кстати, этому совету следую. Красава. Я думаю, твои оппоненты очень недовольны. Я верен Очень интересно, если ты пушишь с компа, правда ли, что он в тебя хуйнет второй барак? Или он вот так же будет рандомно в меня хуй? Ну, сейчас узнаем. То есть, у меня пушит Мишаня? Я вот он подумал, что... у меня второй барак, хуйнул. Угу. Все, то есть они все-таки не случайно отправляют эти вторые бараки. Ну еще и пачку с мида на меня. Витя, а почему все еще первый мейн? А как так? Ну, потому что я вначале делаю по бараку в обе стороны, а потом мейн. Пиздец, комп дефается, конечно, пидорас. Сука, ты его главное сейчас спушишь из-за того, что он в меня хуйнул, а ты второй барак. Ну не факт. Ну, возможно, скорее всего, да. Ну, не слишком, я буду жадничать, чтобы призывать лишних существ. На линию. Спам нидли, если ты хотел сказать. То есть, если бы я был не на демоне, я бы наспаунил еще юнитов, действительно. И это бы, скорее всего, мне помогло, но... Не хочу на демона спаунить юнитов. То есть, если бы это 100% приносило спуш барака, то окей. А так как это не 100%, но если что, не по бараку пока не потерял. Так что... Я одну волну мою уже убил. Там Мишаня гости в центр идут. Чё ж мои хакароби-лепёхи так слабо дерутся с Витьком, я не понимаю. Посмотри, у меня моя гончая, она 41-49. Ни разу не улучшенная. А твой бычий шлепок 41-49 плюс 4 еще, потому что. А твой улучшенный 3 раза бычий шлепок, ну ладно. 54-62, наверное, внушите. Прикольно, что здесь два орка, но нет никого механического. Кстати, он уже на меня поставил второй барак, так что... Постройка завершена. И на меня. Ну, Манон, кстати, нормально потратил. Да-да-да, в меня он тоже нормально кидал. А что за выход на двор на центре, ребятки, никто не знает?
Мы с Витьком первыми бараками там. Я что-то не заметил, почему вы решили, что корова должна получать по центру прохода от компа. Может, ты успел, просто привык играть с тремя гуманами, но когда играешь против компа на центре, ты, блядь, должен понимать, что на центре тебя будут ебать. Вот если ты это не знал, то это твоя ошибка. Давно не... Вот ты не знаешь. Нет, я просто копил, я копил деньги на второй мейн, а теперь получается, что этого не получится. Ну, ничего, получается. Кстати, зато второй барак меня построил. Это ради меня второй барак. Это нормально. Понимаю, понимаю, ноль ошибок. В моих руках судьба. Главное, что не ошибался ни в один момент. Это правда. Я сейчас приду, Миша, заценю твою броню зданий, так сказать. Броня зданий чем? Не спойлерили. О, там еще герой на центр пошел. Интересно. Это я не удивлял. Ну, у него один броня зданий. Ну, кстати, Миша не на вас. Да, это синяйся. Волну, конечно, удачно. Суммоним. Герой по центру как раз. Ох. Да, сейчас, конечно, второй мейн не помешал бы, наверное. Можно было и инвестировать во второй мейн, как ты будешь мешать. Ну, не знаю. Это точно это самое правильное решение сделать второй мейн? Мне кажется, что... Раз я все сделал правильно, я не сделал второй мейн, значит, возможно, это была бы ошибка. Думаю, да. Блин, трал пушит барак. Как ж так? Явился по твоему зову. Вообще нечестно, какая-то хрень. Надо этот комп, блять, по центру, если ты пиздец. Я просто в шоке, ты реально забыл. Я просто, видимо, давно не начинал в компов. Да, а комп по центру, это тебе просто надо сразу, блять, второй барак в мид и апгрейдить мейн. Это вот единственное, что приводит тебя к неуничтожению. Иначе тебя просто выебут. Не мгновенно, нет. Понятно. Тем более, что не знаю, как пить просто, но я не собирался первым на тебя ставить парак. Я тоже не собирался, да. Это какие-то слишком превентивные меры получились. О, Мишаня, кстати, улучшает второго. Спасала. Понял. Блин, если ты посмотришь, там есть, я на каком-то стриме как раз открыл, там, где мы втроем играли, вот там я был напротив компа и вас двоих. И вы оба меня по бараку пыльнули, и еще комп меня ебал, вот это хорошо было, вот это я прям прослезился. То есть, в отличие от этой игры, там вы как бы первые в меня бараки строили, а ты тут решил сам построить, ну, извини, типа. Интересный план. Есть нюанс. У компа еще +3, +3, +3есть, потому что я видел Мишу на базе. У компа, как минимум, он орк, а значит, он это умеет делать. Вот. Да, он уже сделал. Блин, комп на меня будет поворачивать после смерти Миши. Не может меня радовать. Герой тебя на центр в итоге пошел или куда? Да. Ну я его... А, да, я точно, я же из того барака выпустил. Ну да, на центр. Почему ты не улучшил центральный барак до третьего? Тебе решил... денег не было. А, ты мне сейчас тупишь, что надо... Ну, типа, я просто не знаю, ты, я не заметил, ты апнул мейн после того, как тебя ёбнули барак, или... Еще до того, как его прям начали сильно мочить, я почувствовал, что он выдержит, но он не выдержал. Sad story.
Забавно, что Миша с герой просто пошел дальше по центру, а мы даже так же с Лептосом первыми бараками бесимся. Мне это не нравится. Так что это не забавно. Ставлю антикласс. Апу. Исследование завершено. Исследование завершено. Бля, никто же тебя пропушил по центру, браза. Да, браза, я вижу. Поэтому тебя орки пиздят. Ну, орки хейтеры. Еще Герыч пришел. Угу. Блин, Самура сейчас убьет моего Акерна, это нечестно. Тупо отправили килл-машину. Самура вообще нечестно делал. Бля, ебать, там комп уже третье здоровье выкачал барак. А как ебать компа? Комп знает, что делает. А как его ебать? Завершено. Куда его ебать? Откуда ты это сказал? Завершено. Бля, что-то, конечно, комп орк, он еще и плюс 6 уже фармит с Никитосом. Блядь, он мою башню доебал просто, пиздец, почему он ее так хейтит? Потому что у тебя у барака все нормально со здоровьем. Да, у меня фуловый барак, и чел просто стоит перед башней, придется броню здания качать, и в башне 200 хп осталось. Но проблема в том, что броня здания добавляет ее в абсолютном значении в процентах, то есть она типа не выделяет башню. То есть надо на самом деле наоборот сначала похилить, да, а потом добавить. Ну да, но проблема в том, что не умеешь хилить башню. Ну, она сама. Она вообще не хилит, она чуть-чуть хилит. Ну она чуть-чуть похиливается, да. Просто если что, у меня очень сильные башни, они атакуют далеко. Поэтому я скачаю. Может, поэтому он их захейтил. Возможно, но он что, гений, блядь, как делать? Я типа как раз качаюсь через защитную тактику. Ну вот я тоже, я как раз хотел потестить, я вот один играл, Макс уже сказал, что я играл соло, и я выиграл на тролле, при том, что я сосал почти всю игру. То есть я в тот момент, когда осталось мало компов, у меня было всего лишь... Не было ни одного третьего барака, когда они уже гушей начинали направлять друг на друга. И один комп уже сдох к тому моменту. Но при этом я типа, выиграл, ничего не потерял. Я еще прикольно просто сделал вот эта прокачка, которая... Делать башню сильнее, она еще и драконов усиливает, а я специально драконов взял. Поэтому это как бы синергия. А, у меня магов она усиливает, а не драконов. Стройка завершена. Там одинокий Рексар просто идет по центру, никого не встречает. Чисто, блядь, без юнитов, без ничего, там мои парни просто к нему подошли. Он начал пизды мне дать. Мишаня еще взял усиленных хайер-юнитов. Но это умом, конечно, обилка на корове. Планировал доиграть, так сказать, до третьего барака. Ну, ребята! Ну почему она в центр по первому бараку? Рексар! Рексар чисто в гости подошел. Блять, Мишаня, сука. Третий барак и герой на меня послал. Да ты гений! На тебя! Да, Витёк, на тебя! Конечно, на тебя! А нихуя, он с Тамура еще прислал сюда. Да чё? Иди нахуй, блять, ебать меня. Он пришел поддушить. Пидорас. В
двух героев прислал, один из которых Самура. Ах ты ж сука. Восьмой Тихондрус просто отсосал. Неприятно. А говорят, Тихондрус самый сильный герой. Не, Тихондрус хорош, но, блядь, что-то... Какой-то неожиданный Самура в туза произошел. Ну да, но в центре там хорошо. У меня на базе тоже было. Да, я вижу, плюс 6, плюс 6, плюс 75, нихуя. Плюс 6, плюс 6, плюс 75. Ну что, комп реально ультра ебёт как-то. Ну, видимо, надо вот так делать, он просто игнорирует все. А, я понял, он тоже будет игнорировать. Моего героя, блять, как же похуй на моего героя, ребята. Как же им похуй. Да иди нахуй, блять, господи. Бэйн ебучий. Ладно, что-то я не очень эффективный герой призвал, конечно. Ладно, давайте фармом какую-нибудь померяемся, что ли. Давай. 18 тысяч. Ну, у нас столько же. 21. Ну, видишь, ведь, Мишань, ты богатый, либо. Ну, это да. Когда ебут, действительно, с деньгами особо проблем нет. Да, есть проблемы с бараками. Это действительно есть. Убит герой наших союзников. Ну, Мишань, ты, конечно, извини, но ты, блядь, когда на коров попался, надо было... Чуть-чуть пассивнее играть. Да. Не, Мишань, на самом деле, надо было на коров заспауниться рядом с компом, тогда он бы его мог за early пушить, и в целом хорошо бы себя чувствовал. Я не знаю, ну а сейчас ему надо было просто на центр идти. Я просто не понимаю... Правда, да, это 100%. На центр надо было идти. Не понимаю смысла снижения. При этом, я понимаю, если бы он, ладно, там построил барак в наше направление, окей, но он же построил реально, он на центр ничего не построил. Нет, у меня был второй барак, мне сломали второй барак, а не первый. Да. Ты его последним построил при этом. Конечно, последним. Ну, да. Конечно, нужно было первым. Конечно, нужно было первым. Я смотрю, тут просто мастера игры на коровах собрались. Мастера игры против компа по центру, чел, но там жизнь учит, как бы, знаешь. Правда. Но, к сожалению, одна ошибка и тебе... Майн, у тебя тут тусич. Не хочу поставить, смотри. На базе. Нет, я не буду. Браза, вот он бы сейчас пошел на центр, а из-за твоей фигни он теперь пойдет на тебя. Вот ты сволочь. Ну, эх, блядь, я виноват. Конечно, ты виноват, не надо было это на меня посирать. Это я определенно не прав. Ну, ничего страшного. Два героя, блядь. Ничего страшного, в скобочках, два героя. А если ты послал ноль героев, то на тебя пошло бы, скорее всего, ноль. Чел, у тебя, блядь, был третий барак, который шел на меня с героем. Ты думаешь, что я, блядь, должен был дефаться от него чисто юнитами, да? Интересно. Ты должен был все сделать правильно. Ну, я сделал все правильно. У меня к себе вообще никаких претензий нет. Я красав. Ну, как друг. Это ты молодец, ладно. Это много говорит в вашем обществе. Птички, конечно, Инвизиабусы. Инвизиабусы.
50 плюс. Исследование завершено. Чё тихонечко реально так чуть быстро умирает? У тебя пищи маны лишают, я вспомнил. Я испугался, что у тебя у компании геройская тогда было. Не-не-не-не-не. Мишани птички, я просто помню, как работает эта птичка, они решают маны. Видимо, Тихондрус без маны немножко хуйня. Значит, Тихондрус вначале сдох от Самурыча. А Кэрнг ведь еще раз умрет потом, правильно? Правильно. Исследование завершено. Главное, чтоб он умер. Он, по-моему, не планирует умирать. Один раз умер уже. Один раз умер, да. Одного раза Керну мало. Я верен клятве. Трусливый глупец. Замок на тол. Исследование завершено. Опять катапульты еще какие-то ебучие. Так, ладно, вот второй раз. Постройка завершена. Ну и Вован тоже сейчас убит герой наших союзников. Ладно, я хоть поразвиваться могу, пока от Мишани отбился. Блять, там Эльксар. Блин. Что там душа? Блин, один единственный герой смог его выпустить на центр, да и тот просто пропушился компу и умер. Удивительно, правда? Так почему? Он мог бы поставить на центре. На центре ни разу не проходной двор. Бля, пиздец, Самура за... просто за, блядь, грыз моего Джубейтуса нахуй не почувствовал. Пидорас. Перекусил. Не подавился. Да, проходной двор опять! Я там опять до сих пор первый барак. Он никогда не может... Я так мейн потеряю, ну что ж такое-то? Изменится, но ничего не изменится, решай. В ближайшее время уж точно. Мне, поверь, мне сейчас вообще не до центра. Я бы не сказал, что мои соседи отличаются особым дартаньизмом. Ну вот, я скорее бы причислил бы к другой фракции. Поэтому, как говорится, браза тут никак. Можно копытом между глаз, а можно и рогом под брюхо. Тебе как? Блин, ну кажется, что денег у меня при этом все нормально. У меня 30к пары. У вас сколько? У меня 28. С деньгами вроде нет проблем. Вот чем мне нравятся демоны? У меня с троном нет проблем, только есть. Сейчас Мишаня, кстати, трон потеряет. Это легендарная на коровах, Мишаня. Как бы Мишаня показал всем, почему коровы, ну, очень сильные. Прям... Экстра сильные коровы. За что мы их так все любим? Замок на пол. Я их обожаю, да. Проблема в том, что комп поворачивает на центр. На меня. А-а-а, здорово, Витёк. Здорово, да. Мне нужно немножко уже думать, так сказать, про будущее. На позиционке я победил, получается, да? Это я умом придумал. Позиция для лучше, чем у меня, конечно, да. Возгинет враг! Позиция у тебя и правда получше. Блин, у компа еще почти фуловая мана.
Да. Ну, комп вообще на жизнь жалуется. Блин, вот если по стриму посмотреть прям, то что-то у меня там настроение не очень хорошее. Красиво. На вебочку чисто чек. Да, вебка чек. А что с ебалом, Миша? Убит герой наших союзников. Два героя на центре. Ну, у меня на центр больше юнитов не поступает, а вы там все еще не хотите строить бараки? Не, я построил. Мне придется. Никто вообще реально может не строить. Деталово. Ну, я думаю, что у нас комп трахнет, если честно. Ну, смотри, на самом деле, если ты трахнешь компу барак каким-то образом, то это сильно увеличит твои шансы на победу. Может, ты можешь... Я понимаю. Тупо инвестировать в одну сторону сейчас. Я просто не знаю, как у тебя с этим страхом компа барак. Ну, все хуёво было. У меня мой барак, скажем так, на половине хп, башни практически нет, а его барак фуловый. Примерно такие дела. Ну так себе, в общем. Получается так себе, да. Ну, можно ультой, конечно, его пощупать будет выйти. Да, но он вначале нас пощупает, то опять же, рандомно, кто ему больше понравится. Там же куда-то гуши сейчас пойду. Это аргумент. Хотелось бы, чтобы они пошли в правильном направлении. Ну, как ты понимаешь, мне тоже хотелось бы, чтобы они пошли в правильном направлении. Я понимаю. Есть один нюанс. А самое главное, что юниты пока вроде бы не очень сильно прокачат. 6-6? Это случайно на свой юнит. Ну, у меня 4-4, у него 6-6. 6. Значит, я на свой ткнул. У меня тоже прямо 4-4. А если, типа, жмхи атакуют, они, ну, в радиусе обстрела вышки, то моя ульта отправит к нему инфернаусы? Отправит что? Инферналов. Куда, короче, инферналов? Вот не отправит. Я не знаю, это хуёво будет так. Я знаю, но я хочу тебе заранее. Я хочу кинуть тебе заранее, чтобы инфернал сразу пошли. Воевать. Фига ты Никитос там прислал. Товарищ. Брат. Авиация, да. Я вот перемещаю. Правда. Я хочу не прослушать гуша. Ну там Мишаня, конечно, по центру накопил себе чисто смерть. При помощи Керна. Просто скопилась куча катапульт. Мне кажется, Керн
Керн всегда так делает. Керн это универсальный... Керн без поддержки юнитов ведется прямо одинаково. Да. Просто собиратель смерти. Блин, там еще и Какиш пролез. Ну Какиш-то ладно, в Какиш не самая большая проблема. Так, если Мишаня сдохнет раньше, то это Какиш сразу пойдет к тебе, получается. Я понимаю. То есть план Мишани очень простой для игру. Это Самура, ну ёбаный в рот. Блин, у него вообще есть Самура, которым он очень умело распоряжается. Он реально просто гениально распоряжается. Самура тут не подерешься. Просто хуярит героев на раз-два при помощи этого Самура. Центром, мне нравится, что я единственное, что пока не могу понять, в каком порядке их выкачивать, но, по-моему, все способности у них довольно неплохие. Типа, у них и герои не самые слабые, и в башнях что-то прикольное можно прокачать, например, то, что арбалетчики бьют по зданиям. У них, типа, прикольная есть хуйня. Да-да-да, проблема в том, что у них, видишь, все абилки, которые есть, они как будто только для одного юнита, и это, по-моему, хуёво. То есть, вот у меня, например, типа в башенках там вот суккубы диаболисты, Вел Оверлорд and Вайл Суккубс. То есть они типа на несколько, а у орков оно просто все очень таргетное какое-то. Я понял, на одного, и тебе приходится, ну, с другой стороны, звучит жестко, типа, знаешь, там, плюс. Звучит жестко, я согласен. Плюс. Мне очень нравится у слэшера, это минус армор, потому что армор-то. Типа, это означает, что юнит ударил, он снизил армор, а все остальные бьют по нему теперь повышенным уроном. Вот. Это жестко. Нет, короче, слэшер хороший. Там есть такая штучка. Я пока не понял, короче, в каком порядке качать, но глобально мне нравится то, что мне это показывают. Прям вкусненько. Ну, с компом у нас качали просто. То есть мы огромные какены друг к другу отправляем, к сожалению, обычно его какен, при этом половину барака спушивает, а мой какен. Хуя не делает. Хуёвые качели у вас там. Ну, комбовски. Неужели, сука, еще и комб застилил, блядь, верхний барак Мишани. Охуенно, блядь. Гений. А вообще, ты ему не заслужил, Витёк. Конечно, блядь, не заслужил. Ни разу, блядь, не заслужил. Витёк, сначала заслужи, а потом выёбывай. Сначала добейся, да. Ну, я не пофиг, просто заслужи, а мне просто считается, кажется, что Витьку не надо выигрывалось так. Справедливо. Блядь, не копает, думаешь, что сказал, как в лужу перданул. Остало. Красава. Я все правильно сказал. Все правильно там сказал. Там комп блин, стоит красава. Уже, ночует, блин. Ты там близко не стоял. Да действительно все это, хп, это наверное, для меня? Брак. Это для меня? Живые наступают. Там Гушидзе, что ли, пошел? А, Витек еще хотел сказать, что он хоть что-то не хочет прослушать. Ну, удачи, Витек, на игру тебе. Ты ничего не прослушал, ты все правильно сделал. Да, блядь. Живые наступают. А где Гушидзе? Знаешь, что пошел? Просто не вижу Гушидзе. Нет, я отправил Гушидзе в компа. Пока что. Гушидзе в компа. Блять, а Гушидзе компа на меня пошел.
Это, кстати, умом, потому что комп меня сейчас просто будет с двух линий пушить. Пиздец, блядь, ну какой пушит? Зато тренер Максончик уже не будет. Максончик не будет пока что. Но ты Максончик и держаться-то особо долго не будет. Я думаю, что Никитос как-нибудь разберется с одним твоим обоссанным баратом. Не пытаюсь. Больше комп пытается. Блядь, второго героя отправить. Пиздец, что там... По-моему, ты сейчас просто тупо ему спушишь барак, потому что я вижу его Самура, и двух героев он отправил на меня сейчас. Ну, это мой план, примерно. Ну, то есть я не верю, что над ним тралом задефается от Бушидзе. А героев я ему очень скоро верну. Блядь, гений на компе получается. Я сейчас Самура застилит мою ёбаную башенку. Это моя башенка, блядь, иди нахуй отсюда, Самура ёбаную. Пиздец, там просто комп распил, устроил Мишаню. Еще раз, комп заслужил это все, Витек. Ты только в конце пришел. Сука, гораздо. Ух, сука. Витек тут на мой первый барак посекает Мити, Витек. Что за... Ну, браза тут никак. Блять, он трех героев на меня послал. Он еще и Самурыча, блять, сверху. Да Самурыч мой, Витек, что ты несешь на себя? А, он Трала на меня послал. То есть он реально отправил всех трех героев в момент, когда тебе... Пиздец, он гений, блять. Я уверен, что Самурыч сейчас умрет, и он его пошлет тоже на меня. Это было бы идеально, потому что если он, блядь, пошлет его на меня, то он... Блядь, Самурыч реально застилил башню, пиздец. Да ты вы охуели, что ли, блять? Витёк жадная скотина просто. Самурыч реально, но мне деньги сейчас нужны немножко для обороны. А Самурыч жадная реально спиздит башню. Да пошел ты нахуй. И мне свой клинок жаждет крови. Так ты его еще не спушил, Витёк? Не-не, я даже не дошел пока, если честно. А. Это вот только сейчас подошел, он Самуру призвал в меня, но я надеюсь, что один-то Самура не должен справляться, правильно? Умер, а Самура пока жив. Ну-ка смотрим. Блять, если Самура сейчас в соло убьет Ксерокса и Джубейтоса, которого я специально как защиту от Самура отправил, это будет пиздец. Самура все еще жив, если что. Ксерокс потерял половину хп. Ладно, Самура мертв. Барак все еще ни копейки не потерял. Типа барак тупо, блять, вот сколько было у барака, столько есть. Вопросы? Мнение. Вопрос. Блядь, начинается, ну. Он в меня. Он хуйнул мой барак! Верхний барак! Блядь, ну это гений на камере. Левый, Витёк, какой верхний? А, левый? Блядь. Да-да, он хуйнул мой барак, который на него торчит. Он пидорас, шлёпок, мать твою. Блядь. Живые наступают. Я вначале прочитал, что это верхний барак. Ну, скорее всего, верхний мог хуйнуть. Может, по-моему, у первого барака не очень много хп. Верхний бок? Что? Кстати, разумно, я его сейчас апгрейдну, как, пожалуй. Но, блядь, мой барак, сука, комп. Пидорас. Он, если что, он ночью... У меня сейчас для плохие новости, потому что я убил всех трех его героев, и они не могут больше идти на меня. А он, если что, ему похуй. Я отправил в него Ксерокса с Джубейтосом, и он обоих убил просто Самурусом, все, типа... И, ну, короче, он задефался одним Самура, по сути, пиздец. Тупо компит, блядь, пидорас. Блядь. В меня. Там почему у него она так быстро кадешится? Он мою башню там сейчас хуйнет или что? Не-не-не, он хуйнул в меня, но просто забавно, что у него очень быстро кадешится. Это правда, он вообще за 5 секунд, по-моему, блядь, перезарядил эту хуйню. Блин, Мишаня, громозапиру, то надо вернуть. Есть вариант вернуть Грома за Диру. У меня мало времени. Ну, учти, что у него Кагал сейчас на тебя, по идее, пойдет. Знаю логику компов. За победу! Так, куда экран показывать? Центр на меня идет. Я вот. Да куда тебе так, нравится? В центре ничего интересного, там Керн все еще первый раз умирает. А, уже во второй видит. Бэйн
Понятно. Посмотрим на Никитоса. У меня тут все. Не, надо было реально на коровах рестарт, здесь я все понял. Это правда. Но ты сам сказал, да, Кагава, если что, тут Витёк. Кагава ждет своего часа. Кагава ездит. Посмотрим, как Витёк пушит. Из хороших новостей Кагава реально хуйня. И я его неплохо, в принципе, дефаю. Джбейтос, конечно, опять умрет, что... чем он меня уже заебал. Джбейтос очень плохой кирилл. Как же Джбейтос летает, это просто пиздец. Ну, он задефался от моих трех героев, включая Казака, блять, одним тралом. Так что, понимаю. Ну, Казак так-то еще не умер, так что они, он может сломать барак. Да, конечно, конечно, нет. Ну, кстати, он даже попиздил. Ебать, у него хп у барака. А, у орков же тоже повышенная выпечка. А сколько у него, кстати, маны? Ладно, маны у него больше нет. 62 маны, да. Мой клинок жаждет крови. Так, теперь сам Урич на меня пошел. Бля, ну, кстати, тем временем, хоть я и потерял всех героев, я нормально ему пробил хуйню. Я вообще не пробил. Ну, сейчас посмотрим. Я сейчас ресерч ульты сделаю, посмотрю, как пробил. Так, ну все, однозначно отбился. Я тоже, кстати, одну ульту заресерчу, которая мне позволяет смотреть на всю карту. Так, Серекс идет к компу. А комп сделал... Каргала еще одного. Центр, видимо, да? Я не скажу. Исследую ресерч вебан. Он на... По центру. У тебя какальчик идет. Вижу. Он фул инвестицию в тебя хуйнул. Ну, есть надежда, что... Что я пробью ему барак наполовину, а вторую половину хуйнул ультой. Такой вариант в целом есть. Ты можешь ультой мне... просто Витьковый барак ему сломать. Ну, это, конечно, охуенная инвестиция в Витька будет, Витёк так-то фуловый сидит, если чё. У него фул мана и фул, блядь, здание. Да. Типа, Витька комп ебёт, конечно, но не наснул. Витёк что-то пока жив, у меня-то барака нет. Мне показалось, что Каргала ударил своих собственных юнитов? По-моему, Каргала ударил просто своим по зелёным фиганул. Блять, нужно больше золота, я забыл, что, сука, на этой хуйне дороже стоит. Это пиздец, у меня легко всегда. Так что тут у нас? Тут Трал защищается от Ксерокса в одиночку, и пока что... Да-да. Но справедливости ради, что у него поддержка юнитов, у тебя хрен с маслом. Не, я хрен с маслом. У тебя барака нет. У меня два дракона там, блять. Они сты получат. Трал. Замок на уже не очень ты живой. Блин, как же комп хреновых героев посылает? Почему он послал его сейчас? Рексаруса. Замок напал. Ну добей Магдатариона, ну чувак, давай, молодец. Добил. Кагаус прям полный хуйня, конечно. Ну нет, блять, тут не под Витьковым бараком. +9, +9, +9. Он убил уже одного героя. Не думаю, что он себя... Тут тоже +9, +9. Тут, блядь, отъебитесь от меня. Блядь, ну это Витька, да? Нет, это в меня во что? Блядь, в мой правый барак? Ах ты, пидорас, охуел? Пиздец, почему не в твой барак, который на 3000, и в него смотрит, сука, что? Он хочет, чтобы ты меня спушил, или что? Что это, блядь, было сейчас? Охуеть. У меня, кстати, умер... У меня умер Жирнич? Нет.
Нет, не умер. Я его не вижу. А, вот, спят. Блин, посмотри на карту, где у тебя герои находятся, и справишься, наверное. Чел, бля. Так, у Ксеркса осталось 0 хп. Это Витька, видимо, да? Блядь, ты два барака мне реально вынесешь сейчас? Нет, один только, да? Все, я понял. Так сказать, инвестиция Витька, но в другую сторону произошла. Блин, я могу сделать прикольно, конечно. Мне барак. Я, конечно, могу снести барак. Я могу снести барак и тебе и компу, получается. Скорее всего, ты выиграешь. Проблема в том, что... А у меня... У тебя маны... А, у тебя маны больше нет, да? Потому что ты выиграешь, да. Маны больше нет. Да и ты меня просто спушишь, на самом деле. Типа, ты... У тебя, если ты чекнешь, какие там котлеты идут со всех сторон, блядь. Ну, возможно, возможно. Но мне надо спушить компа, понимаешь? Он у него сейчас очень быстро хилится. То есть я, ну, по-моему... А сколько это ульта сносит КП? Которая по всем 2750, поэтому... Ты можешь сам посмотреть, Витёк. Надо таргет наделать. Тебе лучше таргет будет там. У меня мало времени. Гор что-то тупо стоит, смотрит. Направо. Думает. Надо таргет наделать, да. Ну тогда, тогда ты выживешь. Если сделать, ну, да. Вот забавный, забавный. Но ты сильнее, чем я. Очевидно. Я понимаю, да. Я понимаю, что он, по самом деле, опасен. Я могу, нихуя. Я могу. Ладно, Никитос, я захуярю компа. Прибил, там. Мой клинок жаждет крови. Блять, он успел саму выпустить из барака. Блин, он знал, да. Ты парни не смотрят на взрыв самура. Ебался, блять. Самура красиво делает, это правда. Просто съебался. Я забавно, забавно. И мне жить. Так, у Никитоса битва за Хавельдер, я так смотрю. Битва за Донбасс. Никитос, у тебя не было свободных героев в центре, в центральном бараке? Нет. Лучше бы оттуда все выпускать, потому что недолго у меня проживет, не честно говоря. У меня нет, можно ты его не смешать, нигде нет свободных героев. И ты только сейчас апнул до четвертого правого барака, но это ошибка. А зачем мне был четвертый правый барак, как бы он мне помог от этого задевца? У меня ноль свободных героев, если что. И нет ульты. Типа, я ничего не могу сделать. Четвертый барак не помогает в дефе, как известно. Но у него ХП больше. И что? По-твоему, в этом, вот в этом вот всем важно ХП барака было? Типа, если бы еще 300 ХП у меня было, я бы, конечно, выжил, да? Ну... Короче, парни, сейчас попробуем очень странный мув сделать. Башен, я не знаю, сработает это или нет. Он опять Самурычу выпустил. Там тупо куча героев от Никитоса идет в меня. Да нет, там на самом деле... Ну да, нет. Но это слабо. Они же без поддержки. Ну, пока да. Мне очень надо не нарваться сейчас на хуйню по центру какую-нибудь. Я, короче, сделал мув, что я отправил... Короче, я all-in пошел, я мог бы потерпеть, но так как у меня времени не особо много. Я просто, короче, сейчас ману всю потратил. Я за два удара хочу захуярить барак чела. Нормальный план. Рабочий. Думаю, он приведет... Просто мне нужно, чтобы он не успел, я пока еще не исследовал. Я сейчас доисследую. Сейчас хуйню. Блять, он успел выстрелить кого-то, ладно. Не-не-не, не трогай барак. Красиво. Блин, ну ты при этом меня ебешь нормально. Я хорошо, да, барак подхиливаю, но в любом случае...
Это как бы последнее, от чего тебе нужно задефаться. И там нет мира. Ну, можно так сказать, да. Если Ксерокс решит побить барак, то будет забавно. Он не хочет. Ну, а сначала убьет Магдатариона все-таки, а потом, может, он убьет. Да? Ну, потом юниты появятся, потом еще чего. Не, он, если уж не стал бить, то не хочешь. Я не согласен, он еще с барака поближе подобрался. Не-не-не-не-не. Мои гуши такими попалось. Хуйней страдает церковь. Но Ксерокс хороший куш, при этом Ксерокс я очень не вижу, типа, мне он нравится, в отличие от парки, это просто все, о чем можно мечтать. Но вот настоящий гуш... Настоящий гуш — это Галлио. Гуш-момент. Галлио — это, конечно, отличный гуш, но вот гуш-гуш, вот он-то, блядь... Я, кстати, могу реально сейчас просрать центральный барак. Не можешь просрать, да, но... Я не знаю, меня катапульты жгут, а не видишь ни агрится ни на что. Да. И Ксерокс при этом до сих пор жив. Ксерокс машина, конечно. Но тупо нет голды на то, чтобы что-то призывать. Могут ли мои там какие-то арбалетусы поподжигать твой барак, интересно? А маны у вас при этом никак не установятся уже, у да? меня не установятся, у льда 500 стоит, типа, у меня 60 маны. Ну, короче, не знаю, шансы на самом деле есть. Блядь, Ксерокс очень битый. Ксерокс, что делает вот, Ксерокс? Вот... Бей барак, сука! Сука, куда? Ну, вот, Мишань, вот расскажи мне, чем Ксерокс занимается. Ага, поближе к бараку встал, пошел просто хуярить. Ну, я прям очень на тоненького пока выживаю. Да, и главное, он мог бы, типа, он реально в целом мог бы. Но это красиво. Мне до сих пор катапульты ебют, меня ебут катапульты до сих пор. Ну, по идее, тот барак не будут ебать, то есть до него они просто не дают. Ну, возможно. Короче, это очень подлый. Если Ксерокс этого захотел, нет, но забавно. Ну, 400 хп, реально. 400, блядь. Катапульты очень 400. Тупо поступили. 400, 300. Не горят, он догорит. 200. Давай. Долго горят. Вроде да, горит долго. Соточки еще. Вдруг остановится. Если становится, это просто капец. 20 хп, 10 хп. Бля, реально сгорел, пиздец. Сгорел барак. Ну, это не важно, ведь он по всем волнам отправил героев, а типа у нас нет героев, то есть физически мы очевидно слабее, даже если Витёк потерял всем маны. Бля, это забавно, что-то это прям какая-то ультрапотная. Это хорошее, мне понравится, это хорошее было. Ну там сомнения на самом деле существуют, потому что герои могут умереть об твой взорвавшийся барак. Я надеюсь, что у меня... Гуш пройдет все-таки, что у меня умрет сейчас вот эта руна. Но это же бить. Не знаю, такое. Что вот эта волна у меня сейчас умрет? О, она даже умерла без тихонтуса. Да. Это удивительно. Че, сколько ты делаешь? То, что у меня догорела эта хуйня, это, конечно, очень забавно. У меня 55 800, кстати. Красавец. У меня 85 800. 90. Богатые. Это справедливая победа Витька, но смешная. Это ультра. Реально таргет захуярили комп-ультами. Ну, Витька был мой первый барак, так что я все правильно сделал. Причем забавно, что по сути моя ульта тебе очень сильно помогла, потому что моя ульта бьет сразу по всем баракам, а твоя типа таргетная. В итоге. Ну, слушай, я ультой забрал при этом три оставшихся компа барака. Короче, ты тысячу сделал в компа. Ты как бы сделал 3000, и я, по сути, тоже сделал 3000, потому что моя ульта ударила по всем баракам в этом соли. То есть наш вклад не сильно отличается, просто мой вклад... Короче, как ты не смог бы моей ультой так сделать, потому что у него не было барака. Типа, это правильно, потому что у него хп барака было в стиле x2x, 3x, и таким образом я хуйнул по x по всем, а ты добил оставшийся. Вот это забавно. Прикольно, что в чистом вакууме мои юниты все-таки сильнее, чем его, даже не полностью прокачаны. То есть вот они на волнах в итоге побеждают. Я думаю, что да, хотя точно не знаю, но типа демоны сильные.
Yep. Видишь, я как бы на волнах просто побеждаю. То есть я на линиях без героев прохожу. Блин, ну парни, красиво. Мне понравилось, я вот новую льду себе попробовал, новую, вернее, на старте обилку, вот эту вот Buzz Defense, когда уменьшается стоимость, вернее, уменьшается кулдаун заклинаний, быстрее восстановится мана в базе. Я вот две катки сейчас на ней сыграл, вот выиграл. Не, это неплохая билка, особенно чтобы через льду поиграть в льде, там маны больше для тебя, простор получше. Хорошая. Блин, нафига, какой поток хиролевел, кстати? У меня 77 всего лишь. У меня 80. Ну, не знаю, всего лишь. Это прилично. Ну, это мало. У меня 25-20 стата по героям, вот я думаю, нормально. У меня, скорее всего, у меня 19-20 в целом. Да не, игра была нормальная, ровно. Будем я честны, вот даже комп меня две ульты кинул так-то, комп пидораст. Заректил. Никитос, это на YouTube идет, осторожно. Хорошо, комп очень редиска. Нехороший человек. Хороший. Ладно, легкая, короче, для Витька пара. Реально легкая. А теперь Витек идет на завод. Легкая для коров. Легкая для коров. Легкая для коров. Вообще простая была. Да. Ладно, парни, я когда-нибудь верну. Да, давай, давай. Чайте. Так-то, Никитос, можно еще одну. Витек-то ушел, а нам-то не обязательно. А, Никитос уже ушел.